директор распорядитель МВФ Кристин Лагард может вновь посетить Киев весной следующего года для оценки прогресса в реализации реформ на Украине, сообщает пресс-служба украинского парламента. Кристин Лагард приняла приглашение Владимира Гройсмана посетить Киев весной следующего года с тем, чтобы оценить прогресс в реализации реформ, сообщает пресс-служба украинского парламента в понедельник по итогам встречи Лагард со спикером Верховной Рады Владимиром Гройсманом. Сейчас Лагард находится с визитом в Киеве, где встречается с властями. Накануне она сообщила, что впечатлена прогрессом Украины в стабилизации экономической ситуации в стране. Ранее Киев и МВФ заключили соглашение о предоставлении Украине 17,5 миллиарда долларов в течение 4 лет. В этом году Киев уже получил два транша на сумму 6,7 миллиарда долларов, согласно программе сотрудничества, до конца года ожидается получение еще двух траншей по 1,7 миллиарда долларов.